Узнайте, какую сетку для притянения мы используем в нашем питомнике. Мы используем сетку для притянения. Она так и называется. Сетка для притянения. Идет в рулонах 3 метра по ширины, по 50 метров в рулоне. Накрывается у нас весь участок. Потом к тому же она крепится на вот такие вот стяжки, мы крепим. Сетка 55% светопропускаемости, то есть притянение 55%. Но опять же, есть светло-зеленая, есть темно-зеленая, обои 55%. И ну, мы привыкли использовать такую, она больше свет притеняет, и она действительно там, от нее толк есть. Пойдемте дальше. Все теневики накрыты вот этой сеткой. Вот сюда сеется ель, туя, весь сеянец. Вот здесь можно посмотреть даже. Вот здесь можно посмотреть. Вот видите? Это ель однолетка. Ну, здесь вот она сверху была, вот сейчас мы ее убрали. Ну что, уважаемые друзья, смотрим эту сетку тут, сетку для притянения. Если вы погуглите, то вобьете туда сетка для притянения. И вам выйдет довольно много фирм, которые ее продают. Что хочу сказать. Вот это у нас 55, которое мы используем. Вот это вот 40% притянения. Это 80. 40 и 80 мы оставляем, 55 мы используем. У нас укрыт весь питомник. Поэтому хочу сказать, что лучше ее я пока не нашел ничего. Конечно, лучше нее, если честно, мешковина льняная. Но она держится год, а это держится 7 лет. 7 лет я пользуюсь одной из сеток, там укрыт у меня теневик, и до сих пор он ничего ему не случилось. То есть 4-5 лет ей... как бы срок довольно-таки хороший. Идет шириной 2 метра, 3 метра, 4 метра. Ну, еще я слышал, что есть 6-метровая, но мы ее не берем. У нас пролеты по 3 метра, поэтому мы берем 3-метровую, и нам довольно достаточно. Кстати, вот елочка у нас пошла, это потом мы снимем отдельное видео. Видите, уже довольно много, ну, уже 3 сантиметра почти прирост. Ну, сантиметров 10 прироста будет. Ну что, на этом все. Всего доброго. До свидания. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Да. Что-то не хватает к моему камуфляжу. Удачи.